В Доме культуры города Семей закончилась встреча областного акима с населением. Правда, предупредили об этой встрече только местных депутатов и чиновников. До народа новость так и не дошла. Об этой встрече я узнал совершенно случайно, за несколько часов до самой встречи. Здесь сидели в основном одни госслужащие, там, директор школы я видел, депутаты. Но самого населения не было, так что назвать эту встречу с населением нельзя. Диалога между властью и народом вновь не получилось. Как прошел междусобойчик, выяснить не удалось. Журналистов на встречу не пустили, но все свидетельствуют о бессмысленности посиделок. В принципе, чего я ожидал, то и получилось. А я ждал, что это будут очередные посиделки без решения. В общем, так и есть. Решений никаких не было, но объявленная тема заседания более чем актуальна. Работа сотрудников правоохранительных органов. Гражданский активист Фарид Ишмухаметов – один из тех, кому удалось прорваться на встречу с акимом ВКО Бердебеком Сапарбаевым. И вот его замечание. И такие встречи с правоохранительными органами лучше проводить не одну встречу в центре города, там, где народу-то практически и нет, а непосредственно в районах города, чтобы каждый мог видеть своего участкового, задать ему напрямую вопрос и оценить их работу. И чтобы самое главное, на этих встречах был действительно народ, само население, а не госслужащие, которые исполняют роль статистов. Аким Сапарбаев и чиновники закончили встречу, так и не приняв конструктивных решений. Зато главный по восточно-казахстанской области может отчитаться. Встреча с народом состоялась.